На западе Мексики найдена очередная братская могила, в которой находились останки 14 человек, как предположили в одном из местных СМИ, это тела жертв наркомафии. По мнению экспертов, людей убили около 2 месяцев назад. Большинство из них оказались местными бизнесменами. У некоторых завязан рот, почти у всех обнаружены следы пыток. Захоронение находилось на территории штата Мичоакан, который является ареной столкновений между 3 наркокартелями. Всего за время войны, объявленные властями Мексики наркомафии, то есть за последние 5 лет, здесь убиты более 120 тысяч человек.